dans ce domaine-là en ce qui concerne Manchester City aujourd'hui, avec ce bon ballon dans la profondeur et la tentative. C'est un bon centre, c'est un très bon centre, oui. C'est un très bon centre de Paul Pogba, décisif pour le plat du pied d'Olivier. Компании Лиги Европы для Манчестер Юнайтед, но для конкретного матча, да, в офсайде, по-моему, был Ибрагимович, но его не фиксирует, и Златан чистый выход один на один реализует. Номера и соперника задавить. Он что делает? Погба всех обыграл и корпус поставил. И передачу хорошую сделал Рашфорд. И все-таки у него из-под ноги в пас. Пол Погба. Harcelé, accroché par Olivier Marque. C'est une chance, Olivier Marque sur ce coup. Avec Kedira qui emmène ce ballon. Et but. Et ben voilà, on vous l'a dit, la cursure de Sami Kedira. Dybala qui redresse la course du ballon et l'arrêt de Sportiello. Джесси снова потерял мяч, левый фланг на правый постоянно меняет, это отличная передача Лукаку, какой мощный Ромелу Лукаку продавил свой. Maravilla lo que ha hecho Pogba, habría sido un golazo extraordinario, habría sido un golazo. Esta sí que puede ser, y es tan peligrosa que acaba en el empate a uno, gol de Ibrahimovic. Закончить хочется заблаговременно. Задача решить его, то на ответный гол. И забивает Лихтштайнер его. Макартур, люди исполнительные, но вряд ли. Вот Руни бьет по воротам, и вот, пожалуй, самый опасный.